Такая верхняя одежда выдержит самые суровые морозы. С таким девизом в Заполярье работает федеральный проект «Норвежская выставка» от компании Orsa Group. О самых популярных моделях узнаем в нашем сюжете. Многие северяне уже знакомы с проектом «Норвежская выставка» и уже на своем опыте ощутили все преимущества скандинавских пуховиков, канадских алясок, финских дубленок, шуб и парок. Цены тоже порадуют покупателей. Скидки на одежду до 70%. Но в чем причина такого выгодного предложения? Россия признала Норвегию недружественной страной. И норвежские компании Bjørn Larsen сейчас ушли с российского рынка. Товар остался. Его хранить дорого, вывести невозможно. Товары либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Так вот, компания Orsa Group выкупила товарный остаток и сейчас распродает его по ценам в 4 раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах. Качество и разнообразие моделей удовлетворит запросы самых требовательных посетителей. Среди таких пользуется спросом норвежский бренд Bjørn Larsen. Представляю вашему вниманию норвежскую аляску от компании Bjørn Larsen. Эта аляска предназначена экстремально низкой температуре, до минус 40 градусов, минус 50, спокойно. Вот, аляска идет средней длины, то есть чуть ниже колена, но при этом все прикрывает. Вот. Снаружи материал идет мембрана, то есть она не промокает, не продувается. Также у нее внутри здесь идет климат-контроль. За счет этого на улице будет не холодно, а в помещении будет не жарко. Самое главное, что есть для девушек разные комплекции. И для полных, и для худеньких. И разные расцветки. Мы просто пришли посмотреть. И приглянулась светленькая, удобная куртка на зиму. Норвежская выставка будет работать в Мурманске до 22 октября включительно в торговом центре «Форум» на первом этаже и в Оленегорске по адресу Ленинградский проспект 4, помещение бывшего магазина «Гламур».